понедельник поздно вечером МИД России выступил с тревожным заявлением. Юго-востоку Украины угрожают иностранные наемники, которые сейчас массово отправляются в восставший регион. Происходит это с ведома Киева, а привести может к гражданской войне. Вот что нам рассказал официальный представитель МИД Александр Лукашевич. Согласно имеющейся информации, в юго-восточные районы Украины, в том числе в Донецк, стягиваются подразделения внутренних войск и Национальной гвардии Украины с участием боевиков незаконного вооруженного формирования «Правый сектор». Перед ними поставлена задача силового подавления протестов жителей юго-востока страны против политики нынешних киевских властей. Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что к этой операции подключены около 150 американских специалистов из частной военной организации Greystone, переодетых в форму бойцов подразделения «Сокол». Организаторы и участники этой провокации берут на себя огромную ответственность за создание угроз для прав, свобод и жизни мирных граждан Украины и для стабильности украинского государства. Мы призываем немедленно прекратить любые военные приготовления, которые чреваты развязыванием гражданской войны.